И Жека, всем привет! Это Watch Dogs 2 на канале «Прикоснуться к играм». И мы начинаем. Миссия называется... Миссия, как называется? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте. Ты точно хочешь продолжать? Ненавижу вас. Знаешь почему? Вся эта пропаганда, граффити, анти-чего-то там, мы за все хорошее. Слишком серьезно к себе относитесь, засранцы. Да, ты нас не любишь, но пойми, мы на одной стороне, мы можем... Эй! Я, по-твоему, кто? Нубила недоделанный? А сам-то тоже хорош, обмудок, так спалиться. Решил, почему Эй! Мы не... Ути-путеньки, мать твою! Удачи с дохлыми серваками, лузер! Ты так и не понял. Что ты не понял? Это мужик или баба? Да, кстати, дорогие друзья. Он жирный, как мужик и как баба. Разговаривает, как мужик. Чего? А выглядит, как баба чем-то. Да. Нашли бункер Primate. Олени без понятия. Может? Брось, вы слишком хорошо о ней думаете. Блин, еще, к сожалению, мы, блин, мне интересно, она туда телефон или... В общем, она там какое-то устройство себе там под кожу установила. Я не могу понять, это что, телефон? Че? Че? Че сейчас это было? Че? Влад, ты можешь нормально вообще? Это ж бензоколонка! А я через нее хотел проехать, прикинь? Ну ты дурной. Сразу ты пешишься на миссию, да и все. Тут нельзя вообще вроде бы на миссии. На можно. Некоторые места. Пробуй. Это нет? Сейчас. Ох, как далеко. На самом миссию нет. Но достаточно рядом. Быстрое перемещение возможно. Почему? Нашли бункер Primate. Олени без понятия. Может? Брось, мы слишком хорошо о ней думаете. А, надо это, быстро, какую-то болтовню. Лай-лай-лай-лай-лай. Успокойся, говорю. Там устройство. Нам же просто сказали, что она палец. Так твоя музыка тоже палец. Че мне тогда орать? Тоже палец-то. Тоже палец-то. Слушай, а попробуй сейчас такое что-то. Рэнч, серьезный вопрос. Чужой или хищник? На самом деле вопрос бессмысленный. Чужие обычно используют хищников в качестве внешней утробы для особей. А хищники? Они пришли из мира, где нужно убивать, чтобы выжить. Им нужны ксеноморфы для создания армии. В такой экосистеме нет лидера. Ладно, отбросим детали. Гипотетически, один на один. Кто кого? У Ридли Скотта или у Кэмерона? Мне больше нравится сиквел. О, Маркус, это смелое заявление. Мы к этому еще вернемся. Чужие Кэмерона агрессивны. Так что хищник победит. С легкостью. В технологическом плане он далеко впереди. И выстоит против чужого. Но это все равно, что спрашивать, кто победит, один человек или один зомби. Чужие охотятся стаями. Ладно, ладно. А сколько нужно чужих, чтобы уравнять силы? Три. Двух хищник сможет удержать на расстоянии с помощью копья, а вот третий сможет подобраться ближе. Даже если хищник убьет чужого, кислотная кровь разъест его. Трудно. Надо загнать их параметры в вероятностный алгоритм. А битва с судьей Дреддом? Он крепкий. Но чужие бились с Бэтменом. Хищник тоже. Вспомни Бэтмена и Супермена против хищника и чужих. И кто кого? Забыл. Но неважно, знаешь, я считаю хищника победителем. Да? Почему же? Хищник сражался со Шварцем. Черт, ты прав. Шварценеггер явно наверху пищевой цепи. Как думаешь, кого бы выбрал хищник? Бетти или Веронику? Не то, не то. Он бы выбрал Сабрину. Здравая мысль. Ты меня убедил. Хищник круче всех. Это чужих. Это хищника. Ксеноморф. Эти чужие, это ксеноморф.
Какой план? А мне хищник нравится. Кик-то войти, повод. Забрать код, спасти Кики. А можно нам бункер? Можно? Можно. Только ты будешь в нем убираться. Ненавижу убираться. Давай сперва попадем внутрь. Дорогие друзья, кто не любит убираться, ставьте лайк. Кто любит убираться, ставьте дизлайк. Давайте проверим. Это уборщики, у них такая работа. Им надо любить. Не, я честно, я убираться не люблю. У нее есть, в общем, она может работать и как обычный классный руководитель, и как художественный руководитель, то есть учит рисованию, и как логопед. Короче, мы и думаем, вот доказательство тому, почему это. Точнее, доказательство то, что учителя мало платят. Наш учитель работает на трех работах. Да, ты прав. Бедно так. Какой у нас план? Так, Лени заперла дверь на славу. Еще идеи. Одна. Там есть старая вентиляционная труба. Думаю, давно заброшена. Я найду. Там крысы! И мышки. Мы-то туда не полезем. А кто полезет? Вертолетик. К нам им потом всю жизнь пользоваться. Влад, вертолетик потом вымой со спиртом. После этого. Ку-ку! Сейчас себе убью. Ой. Просто бегаешь. Они очень косые. Очень. Тогда убей их всех. Ну и в общем, мы и говорим, дворниками то больше платят. Мы у нее спросили, зачем надо работать учителем, если можно идти дворником, которым и то больше платят. Че она ответила? Ничего. На самом деле мы так только хотели спросить. Найдите этого гада. Мы, кажется, напугали. Влад. А это коп. Слушай, Влад, возьми ученицу, прорекламируй канал. Пусть она посмотрит, что ты делаешь. Быстрей! Мы уже почти уж. Кайся, мужик. Лол. А, мы, короче, сидим на уроке, видим? Короче, на спину приклеили наклейку. Такая наклейка. Лох. Мы над ним, понимаете, весь урок угорали. А он у нас орал. Чё вы угораете? Да, это наша любимая была забава в школе. Кстати, дорогие друзья, когда у нас уже будет побольше подписчиков, мы запустим одну рубрику, называется «Истории и жизни». Я буду рассказывать, что у меня было из детства, из школьной скамьи, и также, как я сейчас живу. И также я буду рассказывать свои истории, а Влад будет или придумывать, или рассказывать также свои. Да, у меня очень хорошая фантазия, поэтому я могу все придумать, чисто нахожу. Но вот я, возможно, вам буду предупреждать, когда я несу всякий бред, потому что я очень люблю нести всякий бред. И, возможно, я сейчас несу всякий бред, то что я буду предупреждать вас. А почему ты сейчас не предупредил никого? Ни меня, ни подписчиков. Я же тебе говорю. Только что, когда уже понес бред, а потом предупредил, так нечестно. По-другому никак. Так что, дорогие друзья, вы сначала послушайте бред, а потом он вас предупредит, что это был бред. Понятно, дорогие друзья? Когда я перестану нести бред. Да, он потом скажет, я нес. Ну, в общем, я буду... Я нес бред сегодня. Ладно, я, в общем, буду вам честно говорить, что это был... Что я... Это было я буду правда, я буду честно говорить, что это был бред. Возможно. Но еще может быть... Я уверен на 0%, точнее, на 0
0,0%. Это как? Это очень это мало. Чисто 0%. А, 0. А нет, 1,0%. То есть 0. Тихо, что-то буду болтать. И фиг только нас закрылся, мы все равно прилипли. Я внутри. Ух, воняет пивом и носками. Просто найди код. Быстрее. А, нет, это все-таки тот был мужик. Я вспомнил их на разговор. Не трогай мое барахло. Привет, Лени. А я у тебя в гостях как раз. Вот, блин, у нас 5 минут. Это Лени? Она хочет взорвать бункер. Что? Что там? 2? Нет, 3. Или нет? Черт! Может, 4? Не соединены, так что порядок не важен. Сколько узлов? Просто беги оттуда. Народ! Дайте мне подумать. Дайте мне подумать, не убегать или умирать. Мне убежать или выжить, или мне убежать и умереть. Или точнее, мне не убежать и умереть. Зашибись, блин, вопрос. Надо, в общем, сейчас раздефать все бомбы. То есть, значит, такое деф, это, в общем, надо играть в Counter-Strike. Да, в общем, разменили. Чё, в квест переиграл? С понятия. Ой-ой-ой, тут у него очень много сил. Сейчас убьют. Тут нереально много всего. Пожалуйста, у нас очень мало времени. Да ты задолбала! Точнее, ты задолбало. Чёртово существо. Ты жесткий реально взлом. Так, нулевые. Фиг ли ты ржёшь? Лошадка. Фиг ты ржешь, лошадка. Ой, у нас же музычка палится, я надеюсь, не палится. Я надеюсь, что тоже музыка не палится. Да ты задолбала, а! Это... Гадость. Да. Ой, ты нехорошая. Мы на канале не материмся, потому что канал не только для взрослых, и также для детей. Почему это? Я хотел сказать, что она просто кл. Ну кто знает, кто поймет. Кл. Понял? Нет. Так, все запутано такая. Осталось 2 минуты, дрыщ! Я не дрыщ! Я толстенький. Я не толстый, у меня кость широкая. Да. На самом деле я реально не толстый. Я просто очень крупный. Сделай все нормально. Ай, быстрее! Кабарьки не зарезали, быстрее! Жареная...